Легенды боевых единоборств. Десятки лет жесточайших тренировок, сотни смертельных сражений. И все это ради легендарного боя в Epic Fighting Championship. Хакасская волчица, основательница школы «Синий кулак» Иришка Чики-Пики против порнозвезды, укротительницы змей и легенды партера Елены Берковой. Живой из клетки уйдет только... Иришка Чики-Пики. Пробитая, но не пробитая. Основательница школы Пяти Озер. Искренне ненавидит Беркову, потому что ее клитор уж больно похож на лицо Олега Монгола. Говорят, что если Иришку возбудить, то запахнет сырым подъездом. Ну а что уселась-то? А что не встаем? Добрый ты личико день. Боишься попортить? Я так вставай. Нет. Так на ринге встретимся. Так нет, давай сейчас. Что ты, я тебе сейчас сразу через сломаю, да и все. Нормально газую, посмотрим, да? Посмотрим на ринге. Да я уже показала, она не будет вставать. Давай. Не-не, не буду. Ну иди, встретимся. Я тебе просто раз на да, вот завтра увидимся. Покажешь? Тебе как? Опа! Или опа. Вот так? Покажешь. Чё ты? А чё ты не встаёшь? А можно ещё показать, как ты двигаешься? Какая разница, как я двигаюсь? На завтра. А может, ты меня с собой в дом 2 заберёшь? Ты смотришь такую передачу? Да нет. Я Санту-Барбару не смотрю. Но знаешь. Боится. Вот это эпичный выход, ребята. Давайте поаплодируем смелости Иришке. Лена. Оценила ее позу по пятибалльной шкале, которая стояла раком? Иди, подари. Раком. Не, подожди, раком она стояла. Нормально было? Сань, кстати, ты джентльмен, да. Брат, ты с цветами. Господи, что следует? Обратите внимание, два цветка, Сява, два цветка дарит. Нормально. Нормально, два цветка. И как раз я к тебе подойду. Тебя зовут как мою сестру. Ты вот личико не боишься свои попортить, а? Я тебе как дам? Нет, я-то не боюсь, мне просто... У тебя все накачано, я так смотрю. Ну и Тихо, все. Хорош. Ну-ка, отойди-ка. Тихо, ребят, все, давайте присядем, пообщаемся. Отойди отсюда. Так, ведущего не трогаем, ребят. Я сейчас ей в натуре ебну на... Друг другу в октагоне, ребят. А че ты пообщаемся? Да убери ты руки, Сява. Так, ну-ка, дай-ка. Что ты спряталась-то, как было? Видите, зашкерилась. Стас, брат, спрятайся, брат. Я не вывожу кипи. Ириша, давай, все. Что, боишься? Все, давай, отдыхай. Да в сауне давай, потом давай, поговорим. Давай. Как было, я... Братик, ты впрягайся не, ну, иногда, потому что я... Я тебя завтра в натуре... Я знаю, что ты... Да, я девочек, не могу, конечно, девочек. Да как хуй? Видите, давайте. Она ко мне не выходит. Давайте она еще раз аплодисменты, ребята. Да, сделаем немножечко, разрядим обстановку. Лошок.